Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня хочу вам рассказать о сортах винограда, которые растут у меня на участке. Очень много сортов. Про каждый расскажу, покажу и каких они вкусовых качеств. Этот сорт винограда оригинал. Он очень вкусный, но он очень-очень поздний. Переходим к следующему сорту. Его даже попробовать не нельзя, потому что он поздний. Этот низина виноград. Посмотрите, какой он урожайный, хороший. Крупные бубочки такие. Он уже начал набирать цвет. Еще зеленоватый, но цвет уже набирает. Сочный, сладкий. Но еще нужно подождать. Он еще очень не до конца поспел. Но красивый виноград. Урожай в этом году тоже хороший. Этот сорт винограда называется Кеша. Он очень тоже хороший, крупный, еще зеленковатый. Смотрите, какие бубочки красивые. И так на вкус он очень вкусный, сладкий, ароматный. Ну, конечно, есть еще более ароматные сорта, я вам сейчас покажу. У нас те ароматные сорта, наверное, уже съели. А это сорт у нас Надежда Азос. Очень красивый сорт, многоурожайный, рослый, хороший, на арку замечательно. Но в этом году чего-то бубочки начали вянуть. Сейчас покажу, вот видите, из-за чего, не знаю. Если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, может, обработка чем-то. Или ему что-то не хватает. В прошлом году такого не было, а в этом году вот появилось. Пишите, буду рада любому комментарию. А это арочные, показывала сорта винограда. Вот общий вид, смотрите, какая красота. Синий виноград, белый виноград, розовый. Красиво. Приятно он так пахнет, особенно когда цветет. А этот поздний виноград, когда уже все винограды с арки съели, начинаем этот кушать. Этот виноград даже не показываю, он очень сладкий, вкусный, но он чего-то вянет, каждый год портится. То пчелы его едят, он сильно сладкий, прямо громко скушать невозможно. Название у него «Восторг красный». Я его очень люблю, но покушать нечего. Видите, какие воронки. Я его съедаю, конечно, зеленым. Сладкущий. Идем к другим сортам. Этот виноград, ну, без названия. Но мы его называем крымский, он такой вкусный, он сильно пахучий, прямо ароматный. Есть Изабелла Лидия, но этот еще другой немножко. Он тоже урожайный, хороший сорт винограда, уже начал окрашиваться и очень пахнет. Этот богатяновский сорт, я его уже весь объела, он даже в зеленом виде очень сладкий, обалденный, вкусный. Я его очень люблю. В этом году мало дал урожая, но вкус очень хороший. Видите, какая гроночка. Янтарно-желтый такой. Даже показать нечего, я все съела. Гроночки пустые. Какой красивый паучок, я вам покажу. Если получится. О, сидит возле винограда. Этот сорт винограда Молдова. Это знаменитый сорт, наверное, у всех растет. Молдова. Очень красивый, ароматный. Вкусный. Немножко... Не все бубочки вызрели в этом году.
тоже чего-то он вянет. Видите? Хорошая веточка, гроночка. И на конце получается вялые бубочки. И не до конца вызрели. Вот некоторые вызрели, а некоторые вызрели. Ну, Молдова, этот сорт, избавляться от него нельзя. Он очень замечательный, вкусный сорт винограда. Это изобильный сорт винограда. Это старинный виноград. Он очень урожайный, но он для вина. Его не сильно кушают дети. А для вина он отличный сорт винограда. Он поздний. Сорт винограда называется Кеша Красный. Хочу показать вам. Смотрите, какой он. Ой, оса на меня села, я испугалась. Какой он красивый. На бубочку. Уже готовый. Я их закрыла, это еще, чтобы осы не ели. Смотрите, какая бубочка у него круглая, красная. Он такой ароматный. Сказка. Он в прошлом году у нас болел, мы даже не пробовали, поэтому в этом году так восхищаемся сильно. Посмотрите, какие гроны тяжелые. Это устойчивый докучаевый гроночка. А это еще не доспело, да? Устойчивый докучаевый. Вон еще. Это молодой сорт у нас получается, потому что он то вымерзал, то болел, а пошел уже в рост, уже нормально себя чувствует. Ну, бубочка великолепная. Кеша просто, он белый и круглый, а этот немножко удлиненный и красного цвета. Он еще набирает цвет, он еще будет краснее, видите? Красивая бубочка. Тоже нужно обрабатывать, чтобы не болел ничего. А здесь у меня устойчивый докучаевый. Сейчас покажу гронку. Смотрите, какие гронки. Они янтарные. Они красивые, это тоже в сетке гронки, гронка тяжелая. Вот, чтобы пчелы их не ели. Вот без сетки. Это зеленковато, меньше солнца получало. Растения. Они очень вкусные. Вот маленькая гроночка. Смотрите, какой цвет красивый. Они длинные, как дамские пальчики. И вкусные, вкусные. Это ранний сорт винограда. А здесь я вам хочу показать кустик винограда. Мы посадили первый год. Вот видите, первый год он пустил два ствола. Вот даже подписанные оставили. Называется Галбенанол. Это очень вкусный виноград. Старинный сорт. Он урожай дает хороший, белого цвета. Ягода средняя. Ну, вырастет, посмотрим, что будет. Пока он растет, развивается, у него все в порядке. Сорт винограда первозванный. Очень сладкий, ранний. Он вообще сладкий, обалденный. Его уже поели. Уже нечего вам снимать и показывать. Бубочка вот такого размера. Есть поменьше. Это большая считается. Но он очень сладкий. Уже закончил свой срок созревания. Этот сорт винограда называется Волхов. Уже мы его съели. Тоже закончился сладкий. Он уже сыпется. Если то, что не доедаем. Это ранний сорт винограда. Замечательный сорт. Сладкий, ароматный. И красивые гроны у него. Это сорт винограда Велес. Он немножко мельче. Он очень ароматный, красивый, кишмыш. Это без косточек. Очень вкусный виноград. Гронки аж отрываются от веточек. Тяжелые очень. Уже последняя осталась. Немножко я запоздала с видео. Но все равно показать вам решила все сорта винограда. Кишмыш. Это, скажи, у нас а здесь старый сорт изобельный. Изабелла. Растет, плодоносит, урожай дает хороший. Но он поздний сорт. Рядом пчелы летают. Кабаки растут. Тыквы. На забор пошла расти сейчас.
обвалит сетку. Сорт винограда хороший. А здесь сорт винограда кардинал. Он еще совсем зеленый. Он поздний, да? Он сильно поздний. Тоже молодой куст. Ждем дозревания. И покажи, это сорт винограда Юпитер. К сожалению, гроночку вам показать не могу, только листочки. Посмотрите, какие у него красивые листочки. Это кишмыш сорт синего цвета. Такой ароматный, что таких сортов еще не было в природе. Дети его уже съели. Вот прикопали веточку, чтобы размножить. И в этом году, насколько она пустила, на всю длину, посмотрите. Пошла и пошла, он уже в рост пошла, уже на арку пошла. Сорт хорошо рослый. На арку он тоже годится. У нас тут небольшая арочка, стойки называют. А хорошо обрастает, вкус замечательный, все. Очень вкусный. Всем спасибо за внимание. На сегодня пока. Все сорта винограда. А это наши пчелки работают. Я прям подошла близко, они мне сейчас съедят. Хочу же вам показать, как они летают и опыляют наш виноград. Вот они. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго.